Всем привет, дорогие друзья! Сегодня разберем советы, как повысить тестостерон. Первое. Не употребляйте обработанные пищевые продукты и напитки с содержанием химических веществ. Ведь это основная причина низкого тестостерона. Обработанные пищевые продукты и напитки разрушают наши гормоны и провоцируют ожирение. Номер два. Проводите больше времени на солнце, ведь проводя время на улице, организм синтезирует витамин D. Витамин D регулирует усвоение минералов, кальция и фосфора. Также положительно влияет на уровень тестостерона. Номер 3. Ешь здоровые жиры, например, такие как орехи и семечки. Номер 4. Известный факт. Оливковое масло помогает регенерироваться тканям организма и повышает гормоны. Номер 5. Ешьте углеводы, ведь низкоуглеводные диеты снижают анаболические гормоны. Углеводы являются основным источником топлива для каждой клетки нашего тела. Если белки – это кирпичики для построения тканей, то углеводы – это строители. Номер 6. Больше думай о сексе. Ведь либидо – это признак хорошего уровня тестостерона. Номер 7. Побольше позитива и забудьте о стрессах. Ведь кортизол – это главный враг мужского полового гормона. Кортизол блокирует производство тестостерона и повышает уровень эстрогена. Номер 8. Еще с давних времен народная медицина использовала определенные продукты для повышения тестостерона. Лучшими продуктами для мужчин считаются орехи, семена, бобы, морепродукты, куриные яйца, мясо, овощи, фрукты и мед. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!